имени Чехова покажем номер, который называется «Квартирный вопрос». Ваши аплодисменты! Ну что ж, все готово, да. Все, вот квартира, да. Закройте глаза, чтобы был сюрприз, закройте глаза. Вы знаете, вот две недели наши дизайнеры полностью переделывали квартиру, и так совершенно обновленная. Надо не открывать, не открывать. Итак, заходим, заходим внутрь, так, осторожненько, входим, входим, и вот сейчас вы внутри. Волнуйтесь? Я зашел уже, да? Волнуйтесь? Да, да. Ну давайте так, давайте на счет три, открывайте глаза. Давайте, раз. Не надо. Чего? Да не надо. Давайте, открывайте, ну открывайте, посмотрите. Да я вам верю. Да вы посмотрите, что? Мы все переделали полностью, как вы сказали, все полностью изменили. Все, все, супер, спасибо, девочки. Я знаю, что жена у вас уехала в отпуск на две недели, да? Да, да, да. То есть это будет для нее сюрприз, да? Это пиндос вообще. Она ничего не знает. Ничего. Ну, ну что, открывайте глаза, посмотрите. Ну вы люстру поменяли. Вот эту старую, да? Да, да, сняли. Ой, блин, спасибо вообще. Но она очень старая. Вот, да, вот, да, 20 лет назад мы шли с женой по базару. Вот, а она, дорогая эта люстра, она увидела и говорит, купи люстру. А я на мотоцикл деньги собирал, сука. Я понял. Мы убрали. Молодцы. Все переделали, да. А это вот на кухне даже шкафчик с этими белыми. Эмалированными кастрюлями. Выкинули? Да, убрали. 30 штук вот это стоит одна в одной. Все. За всю жизнь насобирала. Да, вот убрали, выкинули. Вы такие побитые, эти вот все выкинули. Да, да. Блин, где вы дайте вас поцелуй? Шкаф выкинули, как шкаф? Вы сказали, шкаф мы выкинули. Вот с этими платьями, со всеми, все же я разрешил. Да, да? Вы же сказали не вынимать, мы блин, сразу с вещами. Блин, там платья с садика, со школы, с выпускного, первый раз в театр, все, там бабушкины, мамины, все вот эти платья, там все висит. Все вот убрали. Вот все, вот эти все. Все полностью, да. Их ест моль, она сует каштаны. Все туда, убрали, вынесли. Все вынесли. Да. А вы его выкинули, да? Да, да, да. Вы... А вы его так выкинули, чтобы она нашла потом или нормально выкинули? Нет, чтобы не нашла, ну что. О, да это мало, надо закопать. Не, надо сжечь и подожжем, потому что они же нюхать будут ходить. Они будут искать свои платья, эти шмотки свои. Да, вот мы выкинули, не найдем. Мы не найдем. Все переделали, все в этом. Комнату. Как вы сказали, мебель выбросили. Панцирная кровать. Поставили, вот это, да. Умывальник вот этот. Да, да. Вот это поставили, да, да, да. Все нормально. Да вы посмотрите. Не надо. Вы глаза откройте. Не хочу это говно видеть вообще. Все придется. Я просто, понимаете, я хочу, чтобы все было вот так вот офигенно, сильно, чтобы кружка на цепочке, чтобы было... А мы алюминиевая. Да, 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 чтобы это вот газета над лампой. Дизайнер спрашивал, что вы сидели или что? Да нет, это не важно, это не важно. Что такое дизайн? Слушай, а вас жена не выведет из дома после этого? Да, как бы я с ней развелся уже две недели назад, понимаете? Вот она со своим хахалем поехала на море, говорит, освободишь квартиру. Вот я и освободил ее. Ловко. Ну, все-таки, давай, все-таки вы откройте глаза, вы посмотрите все-таки. Я не хочу даже видеть. Напоследок. Я вам доверяю. Спасибо, да, ребята. Да, да, да. Отличную вы работу делаете. Скажите, а есть на видео, как вы шкаф выбрасывали? Да, да, да. Запишите мне на болванку, я буду на замедленном просматривать. Да best of the best. Друзья, следующий номер. Дорогие, ну вы знаете, да, была такая старая история про Клинтона и его секретаршу. Вот, что вот у них был секс, мол, прямо на рабочем месте. И раструбили по всем каналам об этом. Представьте себе, дорогие друзья, такие случаи могут случаться в разных странах. И так, как в разных странах, разные новости об этом сообщают. Для начала простой вариант, да, очень просто. Армянские новости, соответственно, армянский президент. Ваши аплодисменты. Ара, добрый вечер, в эфире армянские новости. Ну что, сегодня есть новость? Все ее как бы знают. Говори. Короче, президент наш, мах, молодец. Вот такой он. А кто говорил? Кто говорил, что педик? Слушай, какой умница. А мы еще думали, голосовать за него или не голосовать. А теперь, внимание, видеосюжет. Доставай попкорн, давай. Коротенько.
Следующее. Представьте, такая ситуация произошла с российским президентом и, соответственно, российские новости. Добрый вечер. В эфире главные новости дня. И в студии я, Андрей Молочный. И Антон Ливенник. А сейчас вкратце об основных событиях. Фестиваль фольклорной музыки прошел в Калуге. С большим успехом. Ну что ж, а главную новость дня сегодня расскажет Антон Ливенник. Главная спортивная новость дня. Сегодня Ярославский Шинник обыграл московский Спартак с разгромным счетом. Ну, а Андрей Молочный сейчас расскажет о том, о чем сегодня говорит вся страна. Вы знаете, мы ждем видеосюжет. Ну что ж, а пока Антон Лирник все-таки расскажет о событии, которое потрясло весь мир. Президент России. Это были главные события дня. Офигенный, молочный. И Антон Мирник. Всего доброго. Спасибо. Блин, я посидел, Павел. Я посидел. Я очень знаю. Чего ты? Не надо. Такое могло бы случиться и в Украине. Ну, фантастика, но допустим. Украинский президент, соответственно, украинские новости, ТРК Украина. Сбор урожая начался сегодня на Украине. Селяне вышли на поля и рекордными темпами собрали урожай. Да. Вот, да. 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 А теперь о спорте. Да. Ну что ж, сегодня опять киевская «Динамо». Закатила с Кирянова всех! Та же самая новость о президенте и секретарше. Детский канал «Капитошка». Знаете, дети? Да. В одном королевстве... Ну? Жил король. Типа? И у него во дворце работала злая ведьма. Капец. И вот входит король в кабинет, увидит ведьму, достал меч и как трахнет ее по голове. И по жопе. Да. Вот и сказочки конец. Да, конец такой же. Ну, африканский президент, секретарша «Африканские новости». Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня наш президент в своем кабинете трахнул секретаршу. А теперь о погоде. Да. Значит, на протяжении всего дня... И напоследок, украинский президент, украинская секретарша, «Пятый канал». Ви знаєте, з лагеря блакитних знов звучать брудні обвинувачення в бік президента України. Ворогами демократії поширюються безсовісні плітки щодо того, що нібито президент зробив щось таке, що йому не можна було робити. Ми з вами розуміємо, що він, звісно, не міг цього зробити. Але чому б йому і не зробити цього, правильно? Тобто він ще не людина, він така людина, як всі. Він звичайний громадянин і зробив. Якщо зробив, що зробив? Зробив, то зробив. Президент знає, що він робить. Так, він справжній чоловік. Так. А перш за все. І нам не має бути соромно за нашого президента. Так, там тієї справи, 5 хвилин, і все. Так, що там всього? Немає нічого. 5 хвилин, це для нього і багато, я бачу. 2 максимум. На 3. Але це все брудні плітки. Брудні плітки. Це все брехуни. Красной ноте я и хотел представить вам этого человека. Друзья, это Андрей Молочный. Да, и с вами еще в студии был Антон Лирник. Давайте мне чехот. Спасибо большое. Спасибо.